Единая Россия и ветслужба Югры обсудили необходимость регистрации домашних животных. Региональное законодательство в этом направлении постоянно совершенствуется. Сейчас на повестке правовое регулирование регистрации и учета домашних животных, а также запрет возврата отловленных животных на прежние места обитания. Партийцы изучают опыт Москвы и Ямала, которые на региональном уровне приняли решение об обязательной регистрации домашних животных. Дело в том, что в Югре сейчас обязательно регистрируют бездомных собак, а вот югорчане не спешат регистрировать своих питомцев в системе. К слову, сейчас в базе 34 тысячи домашних животных. Что касается запрета возврата отловленных животных в прежнюю среду, готовится соответствующий законопроект по внесению изменений в окружное законодательство. В том числе его рассмотрит окружная депутатская фракция «Единая Россия» на одном из ближайших заседаний.